Бананы начали расти в Омске. Они выросли в детском эколого-биологическом центре. Одними из первых экзотические плоды увидела наша съемочная группа. Это главный экспонат теплицы. Омские бананы, которые горожане привыкли видеть в магазинах, стали хитом школьных экскурсий. Я думаю, что они растут только в Африке и в Америке. Ну и, возможно, в Астане. Но вот в Омске я не знал. Урожая не ожидали даже сотрудники детского эколого-биологического центра, где вдруг выросло 60 бананов. Сюда банановая трава попала 9 лет назад. Подарили одному из сотрудников перед уходом на пенсию. Поэтому точный сорт никто не знает. Растение начало плодоносить лишь в сентябре этого года. После того, как ее из горшка пересадили в теплицу, в течение 2 лет она выросла с 1,5 метров до 7. Они должны, конечно же, пожелтеть. Ну и когда вот первый банан у нас будет, мы деткам, которые здесь работаем, попробуем их угощать. Потому что у нас тут уже на них очередь. Через 1,5 месяца раскроется цветок, а еще 3 месяца плоды созреют и пожелтеют. И это не единственное экзотическое растение, которое можно увидеть в центре. По соседству растут апельсины, лимоны, гранат, инжир и фейхоа. Тахмина Танысова и Павел Ходынский. Новости здесь, Омск.